Добрый день, я врач-фитотерапевт Борис Качко, и сегодня вы узнаете, чем и кому грозит наш главный кормилец – солнце. Самые главные аккумуляторы солнечной энергии – растения. Именно они наиболее эффективно накапливают энергию солнца и обеспечивают правильное питание энергии солнца всех остальных. А вот когда человек неумеренно находится под солнечными лучами, могут быть как ближайшие, так и отдаленные серьезные последствия. Чем опасно солнечное облучение? Кроме как источник тепла, солнце еще и источник опасного ультрафиолета, который способен проникать сквозь кожу и вызывать ее воспаление. Покраснение кожи, дерматит – индикатор реакции вашей кожи. Собрав резервы, кожа вырабатывает защитный пигмент меланин, который делает следующую солнечную ванну более безопасной. Когда опаснее солнечной ванны? Когда солнце находится в зените, или вы загораете ближе к экватору, или в горах на снегу, или отдыхаете в экологически чистом регионе планеты. В любом случае, чем тоньше и прозрачнее слой атмосферы, тем больше опасного солнечного излучения вам достается. Кому опаснее солнечная радиация? Чем светлее кожа и волосы, тем больше вреда может принести солнечная ванна. Поэтому брюнетам солнце относится ласковее, чем к блондинам. А также не следует увлекаться солнечными ваннами при витилиго. Защиты у вас нет. Некоторые пряности, такие как укроп, петрушка, сельдерей, усиливают чувствительность вашего организма к солнечной радиации. И к другим источникам радиации также. Именно поэтому, если они вдруг оказались в питании, солнечные ванны безопаснее принимать в густой тени деревьев и в хорошей одежде. Насколько спасают ситуацию защитные средства? Увы. Защитные средства уменьшают реакцию вашей кожи на облучение. Явление дерматита уменьшают, а действие собственно облучения не защищают. Потому риск меланомы они не снижают, хоть и позволяют без солнечных ожогов загорать в летний зной. Теперь вы знаете, как правильно загорать летом и не пострадать как в ближайшей, так и отдаленной перспективе. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения.